В Кёльне в аптеке возле главного железнодорожного вокзала завершена спецоперация по освобождению заложницы. Преступник схвачен, он тяжело ранен и находится в реанимации. Полиция вела с ним переговоры, после чего начался штурм. Заложница получила легкие ранения. Кроме того, перед зданием вокзала задержан мужчина, возможный соучастник ЧП. Из-за инцидента вокзал перекрыт, отменены некоторые поезда.